300 лет отмечает одно из старейших объединений военно-морского флота России – Каспийская флотилия. Празднование юбилея проходит не только в Дагестане, но и в Астрахани, где ранее располагался морской флот. Военнослужащие и представители администрации возложили венки и цветы к памятнику Петра I. Командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Александр Пешков поздравил с юбилеем жителей города и отметил, флотилия и сегодня стоит на страже морских границ нашей страны, а ее корабли оснащены самым передовым вооружением. Наш долг перед прошлым и будущим – сохранить то, что было завоевано кровью и потом наших героических предков, обеспечить мир, стабильность и процветание Великой России –